В Австралии глава комиссии по расследованию издевательств над подростками-аборигенами подал в отставку. Это произошло всего 4 дня после его назначения на этот пост. Причиной стало нежелание лидеров австралийских аборигенов поддержать формат работы этого органа. Теперь у комиссии будут 2 руководителя, один представляющий судебные власти и второй от общин австралийских аборигенов. Ранее по городам Австралии прокатилась волна митингов с требованием наказать виновных в жестоком обращении с подростками. Я не единственный человек, который может эффективно руководить этой работой. Очень важно, чтобы глава органа пользовался доверием тех, кого эта проблема касается самым непосредственным образом. Скандал разразился после публикации видео, на которых надзиратели Центра по содержанию малолетних преступников издеваются над задержанными аборигенами. На тинейджеров распыляют слезоточивый газ, раздевают догола, грубо швыряют в камеру и держат по несколько часов на стуле с мешком на голове. Кроме того, подростки живут в клетках без нормальной еды и питья.